В условиях оптимизации круг работодателей, представляющих вакансии, сменился на районном рынке труда, констатируют в центре занятости. Предложений, конечно, стало меньше, но они есть. В банке данных сейчас 900 вариантов. Найти их можно, не выходя из дома. На сайте «Работа в России» они собраны в разделах. Сузить поиск можно не только по специальности, но и по географии. Например, вести отбор по Красногорскому району. Прийти в центр занятости можно и лично. Административный персонал, бухгалтерия, бухгалтера требуются, ну, в смысле, соискатели очень много спрашивают про эту позицию. Администраторы, кассиры, продавцы, потом водители очень много спрашивают вот эти вакансии. Нынешние предложения, впрочем, спроса не покрывают. Из 900 вакансий примерно половина – рабочие специальности. Чаще всего требуются бетонщики, каменщики, арматурщики и подсобные рабочие. Вакансия «инженер» еще встречается, но редко. Зато работники здравоохранения традиционно на расхват. Ну, дефицит у нас этих профессий, и врачей, и медицинских сестер. Даже если смотреть, что недавно была реорганизация в здравоохранении, все равно медицинского персонала не хватает. Официально признаны безработными 403 человека. Это вдвое больше, чем год назад. Ищут работу только по данным Центра занятости больше 700 красногорцев. Для тех, кто остался без места приложения труда, в Министерстве социального развития готовы предложить не только ярмарки вакансий, но и курсы по перепрофилированию или вовсе освоение новой профессии. Анастасия Евстафьева, Евгений Волков, Марианна Быстрова, КРТВ.